Расслабиться и получить заряд положительных эмоций предлагаем, посмотрев нашу юмористическую рубрику «Новости сети». Что на этот раз подготовила Мария Демидова, смотрите далее. Пословица «милые бронятся, только тешатся» не про героев этого видео. Победитель вечной борьбы собак и кошек и по сей день будет неизвестен. Это видео не простое, а божественное, так как автора данного ролика водителя трамвая по праву стоит назвать водителем от Бога. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Всем известно, что добро или зло возвращается бумерангом. Так вот, автор видео теперь знаком с этим не понаслышке. Посмеялся над собакой, которая подскользнулась? Получай, сам падай на лед. Достаточно напряженная экономическая обстановка подталкивает людей на отчаянные поступки, заставляет сворачивать на скользкий путь вооруженных ограблений. Но даже грабителям иногда нужно подкрепиться, особенно если ограбление проходит в магазине с шаурмой. Никак не обойтись без милых видео с малышами или домашними любимцами. А в этом видео есть и малыш, который учится ползать, и собака, которая сама по себе лучшая награда за старание и труд.